мне задали вопрос: правда ли то, что написано в Библии? На самом ли деле все это было? Видите ли, в Библии при желании можно найти множество противоречий и нелогичностей. Но эта книга, как и все священные писания, не предназначена для восприятия через ум и логику. Это область веры. В это можно или верить, или нет.